Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. У нас следующий офицер на примете. Итак, не спеша двигаемся. Надеюсь, вы уже подписались на мой канал, просмотрели другие части снайпера второго. Да, все для вас, подписчики, все для вас. Ну где ты? Где-то он здесь, тварь, ходит. Так, где мой камушек? Диверсии никаких не могу сделать, да? Да ё-моё. Точно, я уже кое-что забыл. Совсем забыл. Шевели батонами. Ты мне очень здесь нужен. Вот сюда идем, 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 идем. И забираем. Джекпот. Вот она. Вот она. Давай, падла. Ой, идиотинушка. Кричишь много. Все не по делу. А ведь мне еще искать твоего старшего. Где вот он? А подсказал бы ты мне. И все, и не мучился бы. Я бы только его забрал бы и все. А так... Угу, где-то... Где же ты, где? Солнышко ясное. Где же ты, где? Чудо зеленое. Итак, сидим и не мумукаем. Вот он, вот он, вот он, падла. Вот, кстати, интересно. Просто ради интереса, давайте попробуем. Нет? Нет, не получилось, ладно. Ну, интересно, да, мысль? Это, кстати, можно откуда-то с балкона его так снять. Так, о, камера здесь есть или что? Так, ну одна камера, одну камеру мы уничтожили. Так, тут где-то вторая камера есть, да, значит? Понятно. Так, мы ничего не увидим. Пройдемся. О, где-то слышу, движок какой-то работает. Thank you.
нету там никого. Чё, в смысле, ты не видишь труп? Странные вы какие-то. Ладно. Воу-воу-воу! А в кого ты там будешь целиться? Мне вот тоже стало интересно. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Так, ух ты. Так. Ой, это я в дом зашел, где этот поди сидит. Офицер, который подорвать хотел гранатой. Ну, по ходу дела, да. Так, ага, он внизу. А я наверху. Звуковая. Так. Это что? Это что, подкрепление не вызвали? Правильно? Или что? Поднимаются, как я понимаю. Да? Да? А, вот оно что. А хрена ли вылезли? Если ты чинить не умеешь. Да, тяжко с вами, ребята. Сбил фуражку. Ну, убил его. Все верно. Того можно не убивать, поди. Вот посюда покинем заведение. Опа. Да где ты, падла? Где ты меня увидел? Один остался. Совсем один. Ну, вот как с таким дурачком поступить? Не раз... С друзьями же нельзя их. Вот так вот. Минус офицер, значит, у нас.
Давайте посмотрим, где у нас. Вот оно. Сундучок-то есть у тебя? В заначке. Офицеришка. Людей расстреливали, падла. Значит, не зря я вас всех тварей перебил. Ай-яй-яй, смотрите. Всех вот. Что и требовалось доказать. Так. Ну тут недалеко, да? Один офицер от другого недалеко остался. Вот где-то тут наверху. Просто подняться надо туда. Правильно? Правильно. Подняться можно только подтуда. Ну, можно с другой стороны было, конечно, начинать. Но мы там закончим. Вот тут. Сейчас посмотрим, оглядимся. Если эти твари. Ух. Так, а я что-то почему ничем я не пользуюсь? Ну ладно. Посмотрим, чем я буду потом пользоваться. Смотрите, как мозг смяло. Так. Где у нас? Кто? Кто-то там, значит, будет ходить. Ладно. Для начала. Пройдем сюда. Нет. Много-много людишек поляжет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что у нас тут есть? Как тут? Больше ничего. Вон он. Пришел паникер сраный. Занавес, приятель. Посмотрим, что ты мне предложишь. Панику развел. Так. График дежурства. А, камера.
Пойдем. Нет, опоздал. Ладно. Сейчас, дождемся. Приголубили камеру. Так. И у нас осталось что? Вот одна штучка офицера, так убить. Любым способом, так, убить офицера. Так, а где вот дополнительные задания-то? Показать задачи. Так. Дополнительные задачи. Все камеры уничтожены. О, все камеры уничтожены. Один офицеришка остался. Ну, давайте. Пойдемте навестим его. Пусть они пока туда бегут. Они туда, а мы... Вот это что за дыра? А, это же этот... Куда мне тут бежать? О, правильно, пока бегу. Так, вышка. Ты оказался в куще событий. Ну давайте, людишки. Собирайтесь кучу, да? Где тут еще что есть? А от кого вот вы хотите там обороняться? Я не понял. Заняли позицию. Ладно. О, вот он. Давай, 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 давай. Ну, где шум? Что тут у нас? Давай, самолетик. Все, надо эвакуироваться. Так, спасайте с острова. Куда я должен бежать-то? Ага. Вот туда я должен бежать. Так, ну с этим у меня проблем-то не будет. Ведь я чемпион по скоростному сваливанию. Опять вот где-то тут что-то показано, но его нету, да? Пойдем. Так, это куда мне? Налево. Вон туда мне надо. Ой, чуть не дырнул.
Так, надо спускаться. Вниз спуститься. Вниз, вниз, вниз. Спуститься вниз. Нарушим. Так. Диверсия готова. Блин. Спуститься как? Спуститься. Да. В твой лысый череп. Попал. Где второй? Нашел, нет, своего товарища-то. Хоп, хоп. Вот и все. Легко и просто. Так. Теперь, оказывается, можно еще и орлов этих убивать, сбивать. Давайте посмотрим, какой бонус будет. Или... Нет, не так. Значит, их надо помечать. Смотрим. Так. Так. Дополнительные цели. Где? Каменный орел. А как он уничтожается? Об этом история умалчивает. Господи, еще что-то собрал. На всякий случай. Так, ладно. Каменные орлы, я не знаю, как они уничтожаются. Так, а как мне спуститься-то туда? Вроде такая задача-то простая. На первый взгляд. Ну-ка, может, отсюда надо как-то орла убить? Или зайти и скинуть его, или как? Залезть. Нет, не могу понять, как этих орлов надо, наверное, все-таки залазить и скидывать их. Так, мне надо вниз. Здесь у нас никого не должно быть.
Я всех здесь завалил. Так, это в какой, куда ведет? Вниз? Вниз. А мне надо еще ниже. Так, с вами не соскучишься, ребята. Как попасть вниз? Все сделал уже. Где? Где-то вот эти огрызки-то где-то спускались же. Так. Вот, кстати. Давайте посмотрим, может, как-то его можно. Так, как этот орел убивается, я не знаю. О, кстати. Старые знакомые. Больше ничего не найти. Идем вниз. Да, это бог. Проход здесь был. Как-то же они перемещаются. Ну, пока вроде, да, иду, иду. Дай-то бог, чтоб я так и дальше шел. Куда-куда, вот здесь, да? Через костер. Есть пещерка. Блин, да вот именно, что это пещерка тупиковая. Здесь пещерка тупиковая. А как спускаться-то? Так, давайте-ка я телепортируюсь и посмотрим. Расскажу вам. Так, а вот я вышел тут. Оказывается, недалеко. Где я? Так, это что такое? Спастись с острова. Мне пришлось покинуть остров, и теперь я направляюсь на материк. Нужно... А это что? А, во! Тут два варианта есть. А что я сиськи мял? Так, как туда теперь попасть? Блин. К этой на луже. Этом судне можно выбраться с острова. На каком? Лужа какая-то. С острова. Ну вот. Миссии пройдены. Так, скрытые убийства, так, точность, убийство призрачных выстрелов в голову, путь к совершенству. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, увидимся в следующем видео, пока!